Очередная гуманитарная помощь была отправлена в зону специальной военной операции. Груз сборный и пойдет в разные воинские подразделения. Десантникам, мобилизованным и в именные добровольческие батальоны. Вот в несколько подразделений таким образом попадем. Самое главное, что действительно доставим самим ребятам, чтобы они пользовались. И это им помогало в том, что они делают. А делают они самую сложную работу, защищают нашу страну. Бойцам везут средства радиоэлектронной борьбы, дрон-детектор, запчасти. Все самое необходимое. Именно то, что просили командиры частей. Груз удалось собрать в короткие сроки, ведь собирали все вместе. Свой вклад внесли депутаты Гордумы, представители администрации, областное управление Федеральной службы судебных приставов, предприниматели и неравнодушные граждане. Сплотившись вместе, мы сможем добиться поставленной цели и победы над тем, что происходит сейчас в зоне специальной военной операции. Очень приятно то, что сейчас и молодежь, и жители неравнодушные как помогали с первых дней, так и помогают. Помощь для наших военнослужащих оказывают тысячи людей, и их труд невозможно переоценить. Уже в ближайшие дни наши бойцы получат гуманитарный груз. Кирилл Савосин, Анатолий Рассохин, Улправда ТВ.